Я пропала из Инстаграма на несколько дней, не зря. Я готовилась к масштабному мероприятию. Сегодня я праздную свой день рождения, который был несколько дней назад. Сегодня будет весело, красиво, вкусно, звездно, динамично. В общем, следите за стори. Хотя это первая вечеринка, куда вы не первый. Блин, новацкий, но это нормально. Артём тот человек, который всегда является первую минуту сбора гостей. Понимаю. Это правда. Но я понимаю, почему вы задержались, вы с супругой, так что все сошлось, конечно. Мероприятие. Много красивых людей. Не таких красивых, как у нас, но все же. И они приходят сюда. А, то есть даже так вот. Перформативная часть. Ты как раз говорила, что репетируешь какой-то танец интересный. Ребят, это красиво. Вам слово? Или... Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья!